Вот ты где! Хана тебе! Капец, я заработался, вот это сны снятся, да ну нафиг. Ладно, сейчас спокойно, нужно немножко отдышаться. Кто там пришел? Время 3 часа ночи. А, Михалыч, это ты. Ух, ну и очереди там в магазине. Время 2 часа, тьфу ты, 3 часа. Какие очереди-то в 3 часа ночи? Ты совсем? Я тут это, что-то прикимарил немножко. А я и сам в шоке. Ладно, держи, я принес, как ты просил. О, это ж пончики, ну блин, спасибо, Михалыч, отдай. Вот тебе пончики и кофе. Спасибо, это как раз мне на ночную смену. Ага, моя смена закончилась. Давай, удачи. Давай, Михалыч, увидимся. А я тут еще посижу одну ночку. Не забудь проверить детишек. Спят они или играются? Хорошо, Михалыч, я тебя понял. Давай, можешь идти. Все, пока. Давай, давай, главное дверь закрой. Ну, Михалыч, ну ты... Он просто не умеет проходить в двери. Это нормально. Так, проверить детишек. Точно, это же самое важное задание на сегодня. Ну, так как я уже спать сильно не хочу, то я это сделаю. Здесь должен спать зеленый. Нужно только его отыскать. Он должен быть где-то здесь неподалеку. А, вот же он. Да, кажется, он спит сладким сном. Это хорошо. Конечно же, будить мы его не будем. Главное проверить, чтобы они не бегали здесь по всей карте. Да уж, работать охранником в радужных друзьях это так себе удовольствие. Немножко, потому что страшно. Нужно спуститься сюда вниз, потому что здесь должен спать красный. Дай-ка я его... О, вот он! Не будем. Этим просто аккуратненько. Он спит, все нормально. Поэтому давай прямо сейчас лайк поставь, а я пойду синего проверю. Фу, блин, эти радужные друзья, ты это слышал, да? Давай, прямо сейчас. Чем больше лайков на этом ролике будет, тем чаще я буду выпускать такие видосы. И... Не понял. А где синий? Эй! Что? Здесь должен был спать синий! Черт возьми, может я посмотрю по камере? А, нет, кажется, она ничего не записывала. Что делать? Что делать? Так, мне срочно нужно в свой охранный офис. Бегом! Так, а, нет, стоп, стоп, стоп. Я знаю, где он может еще быть. Это ж синий, ну, ха, мы его... Алло! Ты ничего не смущаешь? Я не плачу. Что происходит? Что с тобой случилось, синий? Рассказывай, ты зачем тут в душе прячешься и плачешь? Дядя Владус, мне страшно. Ты же радужный друг, почему тебе страшно? Кто тебя напугал? Давай, рассказывай. У меня есть для тебя пончики, вот ты можешь перекусить, если хочешь, а? Спасибо, дядя Владус, вы лучший. Да, ладно, так а что случилось? Пойдемте скорее за мной, я нашел нечто. Что, какое еще нечто? Ладно, синий, давай показывай, ты меня не пугай. Я ж здесь не так долго работаю, блин, мне еще страшно с вами здесь находиться. Вы ж все-таки, ну, монстры. Ну что тут? Не понял. Ты откуда ушел? Что? Это что, тот самый секретный проход? Нет, не может этого быть. Так, слушай, ты вот меня сейчас здесь за дурака-то не держи, ты куда привел меня? Ё-моё, это выглядит просто офигенно. Синий? Эй! Ты куда исчез? Алло, синий! Я что-то нифига не понимаю, ладно. Может быть, он зашел в этот портал, хотя нет, он просто здесь стоял и исчез. Ставь лайк, если ты тоже это заметил. Если не заметил, пересмотри видео. Там было все ясно и понятно. Ладно, я попробую это сделать. 1, 2, 3. Я что, никуда не телепортировал? Синий! Фух! Я уж испугался за тебя, думал, ты исчез. Дядя Владус, что это за место? Я не знаю, что это за место, без понятия. Смотри, тут дорога какая-то, и она куда-то ведет. Ё-моё, это выглядит очень крипово. Да, там дом, дядя Владус, пойдем посмотрим. Я на самом деле не хотел бы идти в этот дом. Ну ладно, если мы сейчас туда пойдем, то это все будет на твоей совести, понял? Стойте, дядя Владус, я первый. Нет, какой первый? Стой, подожди, да... Ё-моё, ну так, господи, зачем он это сделал? Я теперь зайду за ним. Но только прежде, чем я зайду, ты должен разгадать этот ребус. Напиши в комментариях, какое слово я зашифровал в этих буквах. Попробуй догадаться. Если ты сможешь это сделать, значит ты очень-очень умный и твой IQ больше 100%. Так, ну ладно, давай, пойдем в эту дверь, а ты пиши комментарий. О, погоди-ка, а тут спуск вниз. Стоп! Это портал? Еще один? Я ничего не понимаю. Неужели этот синий пошел в портал? Вот дурной или как? Я не понимаю. Ладно, мне придется за ним. Ну что же, давай попробуем. 1, 2, 3. Не понял. А что, собственно, с моей рукой? Нет, 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 не может этого быть. Я что, превратился в синего? Обалдеть. Я знаю, что с этим можно сделать. 10 минут спустя. Ха-ха-ха, какой прекрасный день. Ничто его не испортит. А, стоп. Это всего лишь мышь.
Вот это я напугался. Чё? Чё ты смотришь? Этот сундук я украл у Владуса. Там столько алмазов. А знаете что? Я сейчас сожгу все эти алмазы. Нет, 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 в смысле сожгём? Дебил. Это ж не мои алмазы, это же Эндер сундук. Там же... Он сжег только что свои алмазы. Я за ним немножечко проследил, и у меня появилась просто шикарнейшая идея. Так, мы сейчас уберем всю эту камеру, и знаешь, нам нужно немножечко дождаться ночи. Капец, ржака. Смешно, нереально. Капец, блин, обсмеялся весь. Я должен подбежать и немножечко постучаться ему в дверь. А, сейчас, давайте-ка спрячемся. Я уверен, он этого очень сильно напугается. Ну а я чё, карапуз, карапузик мой? Я ей говорю, типа, нам не по пути, а она, вы точно таксист? Ой, ой, блин, сейчас, я перезвоню. Чё за фигня? Кто мог ко мне прийти в столь поздний час? Да ну нафиг. Мне вообще не страшно, но я пойду открою. А, блин, кто это? Ё-моё! А, это же я! Ладно, пойду все-таки открою, ладно? Тихо. Кажется, он подошел к двери. Кто там? Я не знаю, кто там, но главное, что не я. Мне нужно спрятаться немножко получше. Например, здесь. Сейчас мы проберемся к нему в комнату. И сделаем это максимально тихо, пока он стоит у двери. Смотри, мы его сейчас так напугаем, что он просто обалдеет. Выберемся теперь в другую комнату. Да, прямо из туалета я это сделаю. Ивонка, посмотри, он все еще стоит у двери. Ну, открывайте. Открывайте, ПЖ, ну. А, блин, это же мой дом. И зачем я вышел? Ладно, пойду, наверное, телевизор посмотрю. Да кто здесь? Это было идеальное место для того, чтобы спрятаться буквально на одну минуту. Че это он делает? А, включайся! Сейчас я отсюда выползу аккуратно, он даже не заметит. Я проползу в другую комнату, сейчас, секундочку, это будет максимально смешно. А-а-а, да почему ты не включаешься, зараза такая? Ну что, пора, настало время. Эй, ты? Я здесь. Чё? Ты чё, козёл? Беги, пока есть силы. Что? В смысле? Нет, стой! Блин, что-то пошло не по плану, нет! Я знаю, как это сделать, Ё-моё, что, Лёня совсем, что ли, обезумел? Ну все, им всем хана! Портал в радужные друзья. Берегитесь, заразы! Нет, 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 он же сейчас нападет на всех радужных друзей. Я должен это предотвратить. А, быстрее за ним. Раз, два и три. Ё-моё, кажется, Лёня совсем обезумел. Он, кажется, разбирается со всеми радужными детьми. Нет, 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 этого быть не может. Я не должен это допустить. Да ну нафиг. Лёня. Ты чё делаешь? Нет, не вздумай. Не вздумай! Прямо сейчас я хочу, чтобы каждый из вас подписался на канал. Кнопка подписаться здесь на экране, нажмите на нее. А мне нужно будет что-то с этим сейчас сделать. Ладно, давай, прямо сейчас подписывайся и посмотри предыдущее видео. Оно здесь на экране. А мы увидимся уже в следующем ролике. Пока!